Привет, дорогие друзья! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Что там пришло в папке? А, не надо, не надо, не надо, не надо, это в рот. Это плохой пакет. Так, а здесь папки пришли. Зарядные шнуры для телефонов. USB, но не обычный, а удлиненный. Для телефонов, которые имеют защиту IP68 и выше. С вот такой вот удлиненным штекером. Ну, к обычным телефонам он тоже подходит. Сразу себе заказал 3, потому что сломался и на работе, и в машине, и дома. Как раз 3 шнура. Ссылка на шнуры будет в описании. Владюха вам ее туда прикрутит. Проходите по ссылке и заказывайте. Всем спасибо, всем пока.